Привет, друзья, подписчики моего канала. 6000 с чем-то у меня было. И сегодня меня заблокировали. Показал в ролике про кладбище в Самаре, в Самарской области, в Николаевке, Пригожинские. Как их закатали в бетон, в асфальт. Вот, осень уже наступает, видите, 26 августа сегодня. Это мой велосипед, я приехал на спортплощадку, с которой я еще зимой видео выкладывал, занимался. Здесь еще снег лежал, но уже лето прошло. В принципе, все лето к этим турникам не подходил. Я занимался на другой площадочке, бегал в парке. Вот, но там очень много людей. Времени нету. Сейчас выходной день. У меня работа, вот там вы видите, мост строим. Так что будем развивать запасной канал. Вон мои резинки для подтягиваний. Сейчас будем заниматься. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Чем больше комментариев, тем лучше. Всем до свидания.